Всем привет, с вами Алена, и не отходя далеко от кассы от прошлой серии, я приступаю к записи второй, точнее, другой серии. Блин, красиво сделано. Такой маленький вулканчик. И мы доделаем, наверное, вот эту вот фигню. Тут у меня по-прежнему все делается. Так. Мне нужен ацептор. Вот такая вот штука. Так, смотрим. Это и вот это у меня есть. Блин, надо что-то реально делать с инвентарем. Эй, иди сюда. Кыш, кыш. Вот это мы оставим, это уберем. Книжки нафиг не нужны. Еда пока тоже нафиг не нужна. Факела. Ладно, факела оставлю. Так, это надо будет вернуть на место. Все, смотрим. Асептор. Ага. И вот сюда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сделалось. И также стекло. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Оп, оп. Тоже сделалось. Пригодится, потому что почти для каждых крафтов нужны вот такие штучки. Так, значит, две есть. Надо было еще ведра убрать. Такая штука. Угу. Две розовеньких. Это у нас идут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Хватит, не хватит. Должно хватить. Хватило. Получается, если это розовенькие. Блин. Ай, не туда нажала. Ладно, как делается. Раз, два. Так. И вот так. Да. Хватило. Остальное возьмем отсюда. Так, тебя. Не тебя, вот тебя. Да. Раз, два. Так. А дальше еще два железика. Раз, два. Ай, чуть-чуть не хватило. Иди сюда. Надо еще один кристальчик такой сделать. Угу. Так. Готово. Дальше. Воду. И... Угу. Не воду. Сначала надо сделать фреймы вот эти вот. В количестве двух крафтов. Оп. Раз, два. Так. Воду. Хорошо. И вроде получается все. Да есть. Так. Тебя сюда. Сюда. Шлеп, шлеп. Шлеп, шлеп. И... Во. Акцептор готов. Угу. Ставим тебя сюда. Ага, дальше надо сделать эджектор. Эджектор. Подозреваю, делается, да. Почти так же. Ох, 4.
5, 6, 8, 12 железа надо превратить в... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, это готово, по сути. Еще надо сделать стекло. Угу, все. Раз, два. Так. Раз, два, раз, два. Эти есть. Такие две есть. Все остальное тоже есть. Так. Раз, два, три. Тебя. Так, раз, два. Готово. Шлеп. Сюда мы ставим bound gem, который будет привязан вот к этой штуке. Хотя, может, сначала лучше к этой прицепить. А отсюда будет привязан bound gem, который будет питать уже машинки остальные. Вот. Дальше нам нужно сделать контроллер. Вот. В своих каракулях плохо разбираюсь. Контроллер. Контроллер, контроллер. Ты выглядишь у меня вот так, да. Угу. Раз, восемь, девять, ой, фу, четыре, пять, шесть. Да, восемь плюс шесть. Я не помню, восемь плюс шесть, девять плюс пять, четырнадцать. Четырнадцать. Отлично. Делайся. Немножечко отойти. А, таких три штучки. Три штучки есть. Так, посмотрим, что у нас есть, чего нет. Так. Три есть. Дальше. Угу. Сюда, 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 сюда. Две. Теперь надо сделать сердцевинку. Она вроде делается как-то. Вот так. Да. И еще одну. Сюда. Сюда. И железо по краям. Угу. Ну-ка. Камушек. Металл. Я уже почти выучила крафты. Сюда, сюда. В серединку. Вот так. Дальше у нас идет вот таким образом. Нет, не таким. А как же? Как? Ай-яй-яй. А, все, поняла. Так, так, так. Эндерперлину надо еще закрафтить нам. Вот до такой вот штуки. И не, я не буду все тратить. То знаю я, потом понадобится и не будет. Вот так. Готово. Это у нас контроллер. Угу. Тебя сюда, и надо сделать чекер. Так, вот он. Угу. Смотрим, что нам нужно для чекера. Получается такая. И вот такая. Ага. Раз, два. Три, четыре. Блин. Все, запуталась окончательно. 4, 8, 9, 10. 10 нужно металла. Так.
камушек, металл. И вот сюда еще надо сделать камушки нам. Потому что понадобится. Так, 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 так. В пластинку. Отлично. А, их две надо сделать. Ай. Так. Одна. И оп-оп-оп. Вторая. Так, вот это из чего делается? Ага, из камушков. А у меня, по-моему... А, нет, вот, есть. Как знала, что понадобится. Так, вот такие штуки. Угу, не хватит. Ну, ладно. Так. Так. И еще стекло. Стекло готово. Пам-парам-пам-пам. Угу. Тебя. А, еще одну. У меня, по-моему, нету на вторую. Ай. Ай-яй-яй. Ну-ка, вернись. Чего мне не хватает? А у меня не хватает камня. Камень был вот здесь. Нет, не тут. Вот тут. О, кстати. Готово. Да. Отлично. Все готово. На, заполняйся обратно. Но мы это пока уберем. У меня потому что нету железа в нужных количествах. Мне кажется, что придется идти много-много копать. А, так... Заменить вот этот камень. Так. Палочка. Такие вот штуки. И... Во. Готово. Пум-пум-пум. По идее, да. Оно ничего в себе не имеет, потому что мы сюда еще не засунули оморушку. Пойдемте сходим за ней. Ё-моё. Кирка. Кирка, наверное, где-то вот тут. Да. Так. Посох. Это все убрать. Это мне пока не понадобится. Поехали за киркой. Фу, за какой киркой? За оморушкой. Что у нас там по времени на улице? Ночь, день, день, ночь. Утро. Так, и надо одеть ботинки летающие. Хотя нет. Без ботинок обойдемся. У нас есть ранец. Ух. Все, побежали. Где-то она у меня там находится. Воу-воу, не висни. Наконец-то мы выбрались из наших катакомб. Хоть на немножко. Ух. Она где-то здесь. Да? Я точно знаю, точно помню. Вот она. Пошли со мной. Сначала я ее от себя отпинывала, теперь мне надо, чтобы она пришла наоборот ко мне. Ну ладно, просто у нее ужасный звук. Пошли, пошли. Идти. Оп, приземлиться. Ну что, дотянешься? Не хочет. Пошли, пошли, пошли. Так, угу, нам надо вот сюда идти. В направлении просто назад. К
Кстати, мы же ее можем толкать. Хотя, надо сначала притянуть ее к себе. По-человечачьи. Пошли, пошли. Так, отлично. Теперь мы можем тебя толкнуть вот туда. Повыше поднять на холмик. Так. Потому что надо будет ее вот протолкнуть вот туда. Эть, давай, давай, давай. Иди тебе вот сюда. Ну уже. Так. Пошли, моя хорошая. Эй, да. По улице ММРУ водили, блин. Поехали. Так, впереди вниз. Ой-ой-ой, куда пошла? Иди ко мне. Зачем-то на шип нажала. Идем со мной. Так. Эй, да. У тебя будет новый дом. Очень интересная такая система. С вот этой вот штукой. Так. Она большая, оказывается. Я не знаю, хватит ли мне 3 на 3. Я вот смотрю, она тут реально большая. Может, придется увеличить коробочку, в которой я хочу ее хранить. Где-то ты тут. Идем, идем. Сквозь стены. Так. Идешь? Идешь. Где там? Иди сюда. Пошли. Эти почти дотащили уже. Далеко отошла. Идем. Так, влезешь, не влезешь? Так, вроде влезла. Сейчас узнаем, где-то у меня тут было стекло. Так. Вроде бы. Вроде влезла. Камушек, иди сюда. Во, пошла зарядка. Отлично. Вот. Теперь смотрим. В обзоре ребята говорили, что вот это вот число должно быть как можно выше. Чтобы это число было как можно выше, нужно построить будет блок,
который называется стабилайзер. Давайте посмотрим, как его крафтить. Но боюсь, что мне просто тупо не хватит ресурсов для того, чтобы скрафтить их. Стабилайзер, вот этот вот. Да, у меня пока не хватит ресурсов. Тут железо надо. Золото. Хотя, может быть, и хватит. Ну-ка, иди сюда. Так, вот такая штука. Это все забрать. Кстати, у меня даже есть вот эти вот фигни. Окей. Розовые 4. 5. Так, 8. 16. Ой. А вот для такой штуки мне не хватит. Я запуталась, что там надо для крафта. Точно вижу, что надо камни. И точно вижу, что надо золото с эндерперлами. Так. И надо сделать баунд-гем. Как ты делаешься? Просто камушек с... Ну-ка, как ты себя там чувствуешь? Смотрите, она даже, по-моему, по центру расположена. Так. Общее помещение. Кварц и плюс камушек. Кварц. И камушек. Да, и таких надо будет сделать, наверное, штуки 4. Раз, два, три, 4. А, есть же одна уже. Так, что бы нам отсюда взять? Золото есть, железо. Еще чуть-чуть побольше. Идем обратно. Алтарь так пока и не доделываю. Хочу сначала разобраться вот с этой всей ерундой. Так, и вас, наверное, надо переставить, хотя... Да. Стойте-ка вы, наверное, вот одна тут, вторая тут. Так. Так. Отлично. Сразу все зарядилось. И вот сюда надо тебя засунуть. Тут ты жаришься вовсю. Ты заряжаешься вовсю, да. Хорошо. Стабилайзеры. Блейз паудер не взяла. Блейз паудер. Есть. 4. Перетирайся. Так, так. Это надо все поставить жарить. Тин. Так, так, так. А сульфур убрать. Сюда. Идем обратно. Надеюсь, все взяла. Ничего не забыла. Эндерперлы тоже есть. Дальше. Камушек. Так, так. Камушек готов. Ой, эти многоэтажные крафты. Так. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Отойдем. Чтобы машинка доработала. Все работает. Окей. Интересно, а можно еще увеличить скорость ее? Сколько апгрейдов она в себя может вместить? Надо будет спросить у Вовы, создателя мода. Это хорошо, когда можешь пообщаться с человеком, который
знает вообще, что и как в моде работает из-за того, что он его сделал. Иногда возникают такие вопросы, которые не всегда везде освещены. Раз, два, раз, два. А ответы на них нужны. Я прям рада, что оно все работает вообще хорошо. Так. Одна есть. И... А, вот, обе. Дальше, дальше, дальше. Угу. Плейт. Чтобы сделать плейт, нужно камушек. Так. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Все, пошла работа опять. Надо бы броню сделать, хотя, насколько я знаю, она не защищает от вот этой вот, от коррупшена. Какой долгий процесс. Ладно, подготовим пока другие машины, точнее, ингредиенты. Так, нет. Раз, два, три. Готово. Угу. Ну все, остается только ждать. Потому что мне сама вот эта вот машинка нужна. Ладно, доделается вот этот крафт. И я... А хотя, зачем уходить? Хотя, когда можно посмотреть, как делаются еще некоторые машинки, которые также нужны. Это для работы с кристаллами. Нужен кристалл формер. Формер. Вот такая вот штучка. Угу. А, для тебя тоже Magician Table нужен. Как это правильно читается? Magician? Magician? Ага. Хотя мы можем сделать магическую эссенцию. Она делается в Radiation Chamber. Дальше нужно будет сделать Crystal Controller и Crystal Extractor. Экстрактор. Ох, так, редстоун. Сходим за редстоуном. Иди ко мне. Ничего, работает, да, все. Так. Тебя. Три. И сразу три было спада. Ух, отойти. А, так, отлично. Угу. Это будет делаться. Обсидиан плейты. Вот обсидиан нужен. А для обсидиана точно нужна лава, которую у меня нету. Идем за лавой. А лава в шахте. Оп. Так. Тут есть что-то? Вряд ли. Надо бы все это вообще очистить от лишнего. Так, закрыть. Ой. Тут тоже можно закрыть, получается. Хочу убрать лишние текучие источники. Так. Так. Чтобы посмотреть, вообще внизу лава есть, нет? Угу. Главное, в нее не грохнуться. Так, судя по всему, вот. Ой! Вот, ах!
Агр. Ладно, хоть это. Хоть и горю, но не получаю никакого урона от этого горения. Так. 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 Ой. Что там пшикает, интересно? А, и теперь вот здесь вот не закрыть, да? А, так, как бы тебе сделать-то? Ну, давай, блин, давай так сделаем. Угу. Вот тут вот есть. Вот тут есть. Оп. И, судя по всему, подо мной еще есть лава. Главное с шифта не забывать слезать. Так, это у нас сколько? Блин. Сколько есть? 10, еще 6 ведер сюда вместится. Так. Ведь... Иди сюда. Оп. Так. Отлично. Само начало уходить. Так. Убрать. Сколько? Угу, еще одно ведро. И давай 4 ведра еще наберем. Раз, два, три, 4. 4! Эй! Вот, все, 4. Тут вот тоже можно закрыть. Чтобы оно лишний раз не текло. Вот так. И, по всей видимости, я отсюда почти все забрала. Да, вон даже посерединке пусто. Хорошо. Меня это радует. Уходим наверх. Тут надо освещение поставить. Так. Так, так, так. Наверх. Общее помещение. Лава. Так. 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 И последнее ведро. Сюда. Выливайся. Теперь нам надо 32 ведра. С водой. Так, так. Кстати, оно поправилось, что ли? Раньше просто берешь ведро, и оно не наполняется, а уходит из твоих рук в соседний слот. Ага, отлично. Эй, те, куда? Ну-ка. Так, так, так. Нужно больше обсидиана, богу обсидиана. И у нас уже серия опять затянулась. Я, наверное, вырежу, не знаю. Прямо даже и не знаю. Так, так. Так. Не думала я, что... занятия некоторыми крафтами, которые... Ну, лично мне это очень интересно. Могут затянуть настолько, что даже... Что даже забываешь про время.
Какая-то штука из хроматикрафта странная. Так, это у нас мы делали стабилайзер. Стабилизер. Угу. Так. Так. Это сюда. Угу. Нам нужно 4. 8, 8. Подожди. 16, 32, 36. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отойти. Все? Нет, еще не все. Хотя, по-моему, что-то лишнего там сделала. Или наоборот не доделала. Подожди, 4 плюс 4, 8, 8 плюс 8, 16. Много делаю. Точнее, много посчитала. А так, одной плейты нету. Так. Железо. Вот. Или мало посчитала, наоборот. Я запуталась. Еще 4 железа надо. А, ну вот, все правильно. Фуф, я уж испугалась. Так. Так. И... Вот. Одна такая штука есть, но, насколько я понимаю, их нужно ставить чем больше, тем лучше. Так. Ну. Сформируешься обратно? Или ты все теряешь, когда тебя разбивают? А, офигеть, оно все теряет, когда ее разбивают. Или нет? Может, просто оно не сформировалось. Ну вот, чуть-чуть повыше стало. То есть вот таких вот штук можно лучше всего делать как можно больше. А, ладно. Думаю, на этом серию я закончу. Сейчас приступлю к съемкам следующей серии, где буду делать кристаллайзер. Небольшой спойлер, да. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Увидимся. Пока-пока.